Спецслужбы Турции задержали 23 человека по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая. На своей странице в соцсети X он написал, что в рамках операции, которые проводились в 7 провинциях страны, задержаны 23 человека по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство». По словам министра, больше всего задержаний, 10, проведены в приграничной Сирии провинции Хатай. Глава МВД Турции напомнил, что с 1 июня 2023 года по 22 апреля текущего года в Турции проведены 1422 операции против террористической организации «Исламское государство». Задержаны 2991 человек, 718 из которых арестованы за террористическую деятельность.